На медовых водопадах прошел традиционный праздник Айрана. 8-й этнофольклорный фестиваль собрал в одном из живописнейших мест республики больше сотни людей из разных стран мира. Собравшиеся могли познакомиться с традициями и культурой карачаевского народа, а также попробовать блюда национальной кухни. Подробнее расскажет Шерифат Лепшокова. К Айрану в нашей республике особенное отношение. Национальный напиток карачаевского народа давно пользуется заслуженной любовью не только среди местного населения, но и за пределами республики. А благодаря этнофольклорному фестивалю рамки расширяются еще больше. Айран и блюда карачаево-балкарской кухни смогли попробовать и гости из-за рубежа, участники международного научного симпозиума, проходящего в эти дни в Кисловодске. Участники праздника выразили свою благодарность организатору мероприятия, генеральному директору туркомплекса «Медовые водопады» Мусебу Ташеву. Преподнесли гости и свои подарки. Самое большое для меня событие и великая радость для меня каждый раз, когда я нахожусь в Карачаево-Черкесии. Для меня карачаевский народ очень близкий, родственный народ. Я всегда это подчеркивал, что благородство, мужество, честь, достоинство, вот все эти высшие качества карачаевского народа, они нам очень близки, понятны. И всегда говорю, нет братства, есть именно родство с карачаевским народом. И наша обязанность, наш долг вот это родство сохранить. Приятно, когда приезжают гости из других регионов, видят, что здесь у нас проходят подобные праздники. Конечно, у каждого народа есть показать что и поделиться своими культурными традициями, блюдами. А Айран для карачаевца – это символ гостеприимства. Это символ того, что все в порядке и можно заходить в этот дом. Собравшимся было предложено 500 литров айрана. Напиток готовился по старинному карачаевскому рецепту в течение 2 дней. Несмотря на непогоду, из желающих попробовать целебный напиток собралась очередь. Гости праздника также могли посетить различные мастер-классы и выставку традиционных карачаевских изделий. Изначально вообще даже не предполагали, что это будет таким народным праздником. Айран это для нас, это вот... Карачаево-Черкесия – это бренд номер один, гастрономический бренд. Когда мы это планировали с друзьями, единомышленниками по Карачаево-Черкесии, с Кабардино-Балкарии, мы хотели поднять все-таки вот национальную кухню. Муса Буташев выразил надежду, что праздник Айрана будет также способствовать популяризации этнокультурного и туристического потенциала нашей республики. Шерифат Лепшокова, Ахмат Чучаев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, «Медовые водопады».